Шымкенте состязания аквапаристов, проходившие на протяжении всей недели, подошли к концу. Среди 7 команд, принимавшие участие, лучшими стали кыргызстанские наездники. В финальной встрече за первое место боролись кыргызстанские команды Кожамкул и Каблан. В первую минуту игры команда Кожамкул смогла открыть счет. На сегодняшний день этот вид спорта мы поднимаем на высокий уровень. Зрителям нравится смотреть зрелищные схватки аквапаристов. Среди игроков самую красивую и мощную игру показали кыргызские наездники. В 11-х международных соревнованиях команда «Юга» завоевала 3-е место. До этих соревнований наши земляки не оставляли шансов на победу своим соперникам. Но в этот раз южанам не удалось одолеть столь сильных соперников из Кыргызстана. Главный тренер Южно-Казахстанской области Жан Исаев говорит, что нашей команде не хватило удачи. В полуфинальной встрече наши ребята проиграли одной из самых сильнейших команд Кыргызстана. Кыргызы поедут на свою родину, выиграв новенький автомобиль. Организаторы надеются, что в будущем соревнования такого рода будут масштабней.